Сегодня подписано постановление мэрии о том, что 6 мая 2019 года отопительный сезон в городе Череповце завершен. Необходимая для этого температура плюс 8 градусов среднесуточно держалась в течение 5 дней, что дает нам право произвести отключение потребителей, ну и, соответственно, завершить отопительный сезон. Оплата ресурса будет осуществляться в тех домах, где есть счетчики по фактическому использованию. Там, где нету приборов учета, оплата будет осуществляться по нормативу. У нас по нормативу отопительный сезон – это 225 дней календарных. Фактически в этом году получилось 229 дней. То есть фактическая оплата, это имеется в виду с учетом неполных месяцев. Гидравлические испытания в связи с тем, что отопительный сезон мы рассчитывали на более поздние даты, исходя из этого, соответственно, сдвинутся даты гидравлических испытаний на 2 дня. И ориентировочно отключение индустриального части города для гидравлических испытаний 13 мая. Температуры там достаточно уже устойчивые плюс, более плюс 20, поэтому рассчитываем, что минимальное количество дискомфорта это доставит череповчанам.